Друзья, вот это место мне как-то отчасти напоминает Териберку. Короче, такое же место, где что-то связано с рыбой. Напоминаю, что это Дагестан. Местечко называется Главрыба. Короче, поворот в районе в сторону поселка Дубки, в сторону Свакского каньона. Там отдыхают. Много всего сделано, всякие рестораны, кафе. Так же, как в Териберке проделали. Но в Териберке там нету вот чертова колеса, но зато есть океан. А здесь вот там такие вот емкости есть, там выращивают рыбу, прочие всякие водопады есть. В Териберке тоже есть водопад. А вот эта вот дорога, по которой я вот вверх так иду, вот реально она мне сейчас напомнила что-то Териберку. И вот такие вот виды вот этого как бы озера тоже прям как в Териберке. Короче, с юга надо на север путешествовать.